Здравствуйте, стилисты! Я рада приветствовать вас на третьем конкурсном дне битвы стилистов. В прошлой программе жюри определило двух претендентов на выбывание. Ими стали Элла Гриднева и Александра Панченко. Зрительское голосование проходило на сайте portamour.ru в течение 3 дней. Зрители решили дать шанс продолжить свое участие в битве стилистов Александре Панченко. Поздравим Александру! А сейчас немного о теме нашего задания. Любой стилист должен суметь найти правильные вещи и верно совместить их, создав при этом модный образ. Сегодня вы должны создать образ «Весна-2012». В этом задании вам будут помогать модели агентства «Жираф», которых вы выбрали в результате жеребьевки на прошлой программе. Для создания модного весеннего образа у вас есть час времени, неограниченный бюджет и несколько отделов с модными вещами в торгово-развлекательном центре «Мега». Что стоим? Время пошло! Вы и ваши модели готовы, а это значит, нас ждет показ и знакомство с жюри. Сегодня в числе судей Анастасия Азарова, главный редактор журнала «Дорогое удовольствие». Светлана Левина, фотограф, специализируется на фэшн-съемке. Валерия Двухреченская, фриланс-стилист и фэшн-блогер, ведет свой блог о моде и персональном стиле. Сегодня у нас в жюри только светлые головы. И этим судьям предстоит сегодня определить лучшего стилиста этой недели, который получит иммунитет на следующем конкурсе. Сегодня таким иммунитетом обладает Павел Дьяков. И ему не грозит выбывание даже в том случае, если он окажется в числе последних. Также жюри сегодня выберет двух стилистов, которые, по их мнению, не справились с заданием. Этих стилистов будет ждать зрительское голосование. А сейчас предлагаю жюри оценить работу наших мастеров во время прохода моделей. Мы начинаем показ. Понравился третий съемочный день сегодня был у нас. Очень интересно, потому что стилисты уже немножко отошли от первого шока, уже держатся более свободно, уже смогли проявить себя лучше. Сегодня жюри как-то реагировали спокойно, причем мне показалось. Никто комментарий не говорил в наши стороны. Несмотря на то, что я далек от сферы одежды, образов и стилей в обычной своей профессии, тем не менее, поучаствовать именно в этом конкурсе мне было очень интересно. В целом все равно все понравилось. Было довольно динамично и интересно. Мне кажется, я с этим заданием достаточно хорошо справился, удачно. Я думаю, у нее образ достаточно хорошо был выражен, органично. Все сочеталось в соответствии с модными тенденциями. Все прошло хорошо. Единственное, я переживала, что будут какие-то элементы одежды повторяться. Благо, этого не произошло. Все получились разные. Третья битва.
прошла очень интересно, волнующе, в быстром темпе, можно сказать. Понравились мне некоторые работы. Даже у меня были такие мысли сделать свой образ таким, но я все переиграла. Мне все понравилось. Это интересно одевать модель, создавать образ, который будет в 2012 году очень актуальный, модный. Ну, я не знаю только, кто у нас сможет так одеваться. Будет стараться, мне это кажется. Я сегодня создаю образ независимой, сильной девушки. В одежде должен быть всегда какой-то вызов, чтобы люди обращали на тебя внимание. Если прохожие смотрят на тебя с удивлением, значит, все удалось. Честно говоря, задача оказалась труднее, чем я думала поначалу, потому что зашли в магазин, глаза разбегаются, не знаешь, с чего начать, как бы, но потом отталкиваясь от одной вещи, да, все само собой подбирается. Ну, я же как бы пыталась создать образ именно ранней весны, в который там девчонки могут переодеться именно, ну вот, немного погодя, да, как потеплеет. Стилисты, теперь прошу вас поочередно выходить на защиту созданного вами образа. Вообще мне это навеяло музыка Аэросмита. Понятно, что образ весенний, по оголенному брюшку, в духе Кросби, регби. Виталий, ну ремень Харли Дэвидсон не может не порадовать, да? Конечно. Такой элемент важный, стратегически. Приглашаю для защиты Светлану Скляр и ее модель. Для своего весеннего образа я выбрала актуальный в этом сезоне изумрудно-зеленый цвет, разбавила его элементами белого и черным расставила цветовые акценты. С помощью прически я добавила в образ немного романтичности и игривости. Все-таки весна. Наталья Колотова. Наталья, расскажите, кто эта леди в синем? Это леди в синем, моя модель. Супермодная, гламурная. Я отталкивалась от ярких оттенков весны и лета. Сначала решила пойти от красного, а потом у нас получился образ в стиле морской образ. А потом мы, когда посмотрели на наш клатч, у нас получился такой стильный патриотический стиль. Практически вот. Триколор, да? Да. Андрей Бахвалов, его модель. Проходите. Я опирался на женский вкус, дабы создать легкость, женственность и воздушность. Андрей, мне кажется, наоборот, такой образ понравится мужчинам очень. И платье это все-таки привлекает. Ну, создавал-то я мужчина, то есть, конечно, он понравится. Ильнура Бадалова. Весной в тренде пастельные цвета, что отображено в образе, который я представляю сегодня. Я решила совместить разные по стилю элементы. Это брюки свободного покроя с лампасами, с элегантной блузкой, что, на мой взгляд, создают довольно гармоничный образ. Нина Снежная. В этом образе присутствует разнообразная цветовая гамма. Весеннее настроение, счастливая женщина, любящая мама. Этот образ любит жизнь, движение. Он раскрепощенный, легкий и непосредственный. Павел Дьяков, пожалуйста. Я создал образ, который напоминает стиль 70-х годов хиппи, когда люди были свободные, творческие, легкие на подъем. Готовы летать, так сказать. Летать как Павел. Жюри, есть вопросы? Один вопрос. Чем вы руководствовались при выборе обуви? Руководствовался ассортиментом в магазине, Павел, подсказываю. Да. По фактуре не схожи, потому что юбка такая плиссированная или слегка. И замша. Замша на туфлях. Мария Дворникова. Образ сильной независимой девушки. Стиль авиатор. Коричневый цвет – это тренд сезона. Александра Панченко осталась. Стиль сафари – это идеальный вариант для урбанистических джунглей. Он практичен и удобен. Его отличительные черты в основном – это, конечно, цветовая гамма, да, это все оттенки коричневого. Также беж, белый и цвет хаки. Вот. Также накладные карманы, всякие всевозможные ремешки, там, бижутерия в стиле индейцев.
Вот, собранный волос, чтобы ничего не мешало, и, конечно, удобная обувь.